We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this. Сегодня наш второй день в Диснейленде, но мы уже через час уезжаем, потому что мы едем в Париж. Вот, на мне очень тяжелый рюкзак. Прям очень, потому что там сумка, ноутбук, два журнала, все подряд. Вот, но мы гуляем. Я чуть не додумалась его оставить, но да хрен с ним. Гуляем по территории нашего отеля. Что вам еще рассказать? Не знаю, погода такое, так себе. Ну, реально. Но сойдет, скажем так. Вот, у нас уже у каждого практически по два чемодана, кроме мамы. Ой, кроме мамы, кроме папы. Вот, у нас еще неделя впереди, и самое ужасное будет потом это все увозить. Но, как всегда, не важно. Вот, вот он отель, я каждый год делаю селфи на фоне него. И, наверное, сейчас тоже стоит сделать. Да, сейчас будем выполнять. Ну, сделали неудачно, но как, пофигу. Вот почему в этой камере это лучше выглядит, чем в той. Сделать через приложение фотку, чтобы было нормально. Я иду по этому бортику. Мне как бы надо сейчас спрыгнуть отсюда, но... Мам, помоги мне спрыгнуть, я не смогу без твоей помощи. Е, вот он, красавец. Мы идем гулять по кругу. И на улице, кстати, роса. Ну, все как роса. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris. Hey, мы приехали в Париж. Мы добирались сюда полтора часа, потому что в Париже были жуткие пробки. Вот, но мы уже в Париже, мы заселились в наш отель, Сент Джеймс отель называется. Вот, я открыла окошко, в Париже тепло, папа. Привет. О, вай-фай бы подключить. Потом, пожалуйста. Ага. Use without internet. Окей, вот. Такая вот красота у нас. И я уже открыла окна, потому что я хотела открыть окно. Идеально. И вниз. Беда. А там у папы такой же вид? Кази какой пароль? Не знаю, там без понятия. Я без пароля. И вот так вот. Шикарно. С счастьем. Мы приехали в Париж. Мы вышли погулять в Париже. И, короче, хотите просто прикол? Мы шли по... Вышли из отеля и увидели Басту. И папа такой проходит мимо. Неужели это типа... Как же он сказал? Это Баста? И я такая, да, молодец, папа. А потом мама в непонятках. Кто это такой? Моя мама не смотрит ни телевидение русское. Она ничего... Да, мам, зеленый цвет. Она ничего не смотрит, просто она такая, где он был? Что он был? Он что, на плакате был? Вот так мимо прошел. Я не слушаю ни одну его песню, макаруны только что прошли, но тем не менее, я смотрела голос. Поэтому, ну, фотки нету, потому что это произошло все слишком быстро, и я такая, а, пофиг, я в Париже, нахрен мне там. Какой-то Баста. Вот и все. О чем я вам хотела сказать. Париж. Мир тесен. Вот что я вам хотела сказать. Да, мам? Центральная улица, мы идем направо. Мам, скажи, что мир тесен. Мама не хочет этого говорить. Мы идем сейчас в галерею Лафайет. Потому что мама хочет купить себе сумку, еще что-то. Вот, но это ржачная ситуация. И так постоянно. Ты не в Москве кого-то видишь, а именно здесь кого-то видишь. Вот. Поэтому такие вот дела. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought how.
by yourself, well I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there. Мы стоим в галерее Лафайет, и я покупаю себе браслет Тиффани. Мама прибежала в Луи Виттон, и теперь мне надо туда прошмыгнуть, потому что я покупала себе браслет в этот момент. Ну, короче, я жду. В общем, всем здравствуйте. Мы купили сумки, и я не помню. Пошли, Луи Виттон? Не, пошли поедим, а потом... Нет, давай, уже давай, Луи Виттон и это. Так мы есть идем? Есть. А, все, берем и идем. В общем, я мерила туфли своим на последний звонок. Валентина, Гуччи, еще что-то было. Правда, да, в общем, везде заходили. Но мне идеально, просто вот идеальные туфли в Гуччи нашли. Но из-за моего подъема ноги у меня там такой кусок остается. И это такой сет, что я даже не знаю. Серьезно. Гуляю с камерой по галерее Лафайет и не знаю, куда идти. Пап, нам прямо. Или не прямо, окей. Вот. А Валентина были классные, я не знаю, слушайте вы меня или нет, китайский язык все мешает. Валентина были тоже очень классные, у них каблук даже удобнее, чем у Гуччи. Но одни были огромные и некрасивые, а вторые, опять же, упиралась нога. И, короче, сложно выбирать туфли на последний звонок. Вот на выпускной я одела Manolo Blahnik и поняла, что это мое. С Валентиной случилось то же самое, но нога была не очень. Вот, и, короче, мы купили мне... Мама, где мой Тиффани? У папы? У папы я ему отдавал. Сейчас посмотрим. Мам, ты тут стоишь? Где? Я потеряла свой браслет Тиффани. Но я его не потеряла, скорее всего, у папы. Ну, как бы... So, папа пошел, наверное, получать сумки наши. Слишком сложно. Ну, он должен быть где-то здесь. Должен быть. Но его здесь нету. Папа, у тебя Тиффани? У тебя, ура. Ну, посмотрите, и в этой очереди стоят одни китайцы, и мы были. Просто, а еще сумки Louis Vuitton, они такие все красивые на сайте. А приходишь вживую, и что-то такое прям подходящее тебе. Выбрать очень сложно. Вот, отправили маму в косметику. Стоим с папой, ждем сумки. А с туфлями? Синенькие. Ну да, ничего такие, но такое. Нет, да, была та, которую выбрала, самая такая нормальная. Вот, короче, есть подходящих, потом приходишь и такой, мне это не нравится, и вообще все не нравится. Собирай. Вот, ждем нашей очереди, чтобы взять сумку. Может, вот у той девушки? Давай. Мы выходим отсюда, потому что все. Это не... Мама накупила вот. А что ты себе купила? Я так и не поняла. Пока я с папой какие? Бегала смотреть его часы. Крема. Мама накупила кремов кому-то там, еще подарки. Короче, куча всего непонятного. Я вышла с сумкой Louis Vuitton и вышла с браслетом Тиффани. Их я хотела, поэтому это хорошо. Лишнего ничего не купили. Правда, я сказала, не подумайте, что я слишком борзая или наглая, но я была не готова к тому, что это будет именно Louis Vuitton. Не знаю. На улице похолодало? Нет. У нас так парка в Париже, что просто пипец какой-то. Мне кажется, что будет дождик. Let's show them we are better. We were staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with a fountain and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down. Такой в центре Парижа. Идешь, красиво, все симпатично. Ты такой ничего. И тут постройка. И ты думаешь, а what the fuck? Зачем это?
галерея Лафайет, опера, ну и галерея Лафайет сзади. А тут как бы грязно. В общем, окей. Мы сели в наше кафе, в котором мы сидели в прошлые разы. Вот, маме принесли устрицы, и вообще я хотела показать папе свой браслет и вам показать, но я думаю, что я это сделаю потом. Так что да, я пошла есть. Такие вот экскурсии. Мы вышли из кафе. Не заранее просто. И теперь идем домой. Я очень хочу зайти, если будет никого. Но это ладно. Смотрите, какая красота. Просто so cute. Say you could do anything, they say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. We're staying in Paris. We were staying in Paris. Сейчас мы опять будем уходить гулять, но я хочу открыть с вами эту штуку. Вот она прелесть. И это браслет, вот так отдельно, а это с подвесочком мы купили. Graduated. Вот она такая вот классная. Так что вот такой вот миленький, примиленький браслетик. А это на память. На, пап. Смотри. Мы сейчас пришли к площади Лувра, наели, купили апельсиновый сок, наели всяких разных кексиков, вот, и пришли к Лувру. Мы живем рядом с ним в 5 минутах, да напротив него. Я стою на этом известном квадрате, и нас папа фоткает. Секунду. Дубль 2 из этой серии. Позади меня прекрасный Лувр, спереди колесо обозрения. Возможно, вам его не видно, и вот это Эйфелева башня, поэтому великолепно. А где кто-нибудь спустит отсюда? Не, на него не очень. Thank you. Она... Лиза, Лиза, бегом, бегом. Да, пап, я вижу Эйфелеву башню. Вот. А колесо вот там, оно в конце, вот Тюильри, там находится оно. Ну, нормально. Пойдем в Лувр. Эйфелева башня. Эйфелева башня, Тюильри и колесо обозрения. И мама! Опять же. Вот. Колесо. Любовь — это такое чувство. Странное. Идем гулять по Тюильри, а затем идем спать. Завтра у нас такие хорошие планы тоже. Вот, я безумно рада, что я в Париже. Если учесть, что я... Что я? Что я... Ну, мы тут не были год-полтора, мы тут не были, да? И я просто в сентябре просмотрела все французские фильмы, которые хоть как-то напоминали... Да, по атмосфере Париж, и я хотела сюда, и... Да, возможно, он не так идеален, как Лондон, но это же Париж, он не может быть идеальным, поэтому... Мы уже привыкли, мы здесь уже ой-ой-ой какой раз. Поэтому, да, любовная любовь. Парижем! Вот. Его просто надо уметь прочувствовать, и все. Это сложно, но возможно. А мы идем в Тюильри. Было, папа, это колесо всегда здесь было. Ну, мам, было, еще с Мурфиков снимали, он был. Да, да, а это колесо уже давно. Идем? Перебегаем опасную дорогу. Нормально. Держим курс туда. Сом.